Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и я хочу вам рассказать, что в каталоге номер 7 компании Oriflame нас ждут чудесные продукты с большими скидками. И когда приходит весна и лето, то хочется поменять гардероб, согласитесь, и особенно гардероб помад. Поэтому я привлекаю ваше внимание к страничке 14 и 15. Здесь нас ждут отличные продукты. Это карандаши для губ контурные, я сейчас держу оттенок нюдовый, и шикарная ультракремовая помада 5 в одном. У меня сейчас в руках оттенок розовое дерево. Кстати, этот оттенок достаточно универсальный и подойдет под многие тона кожи, под разные варианты одежды, то есть такая нейтральная классная гамма. И сейчас мы вместе с вами накрасим губы, потому что мне нужно завершить мой макияж, и пробуем, как ложится шикарный контурный карандаш. Смотрите, легкое прикосновение, буквально я еле касаюсь губ, а карандаш тут же прокладывает прекрасную ровную линию. Я сделала легкую штриховку контурным карандашом, чтобы помада легла лучше и была более стойкая. Как вы видите, карандаш просто замечательный, и помада, у нее прекрасный кончик такой анатомический, что позволяет легко красить губы, потому что она просто по форме наших губ. Смотрите, помада очень мягкая, очень нежная, прекрасно увлажняет губы. Мне нравится, как она долго лежит на губах и какая с ней мягкость. И что интересно, именно в этом оттенке розовое дерево, если вы подберете другой контурный карандаш, например, вы возьмете карамель, то это будет уже другой оттенок, или шоколадный, то это уже будет третий оттенок. Вы можете экспериментировать, комбинируя разные цвета, миксуя карандаши с помадой и получать разнообразные оттенки, и мне это очень нравится. Но кажется, чего-то не хватает в моем макияже. А что именно? Догадайтесь, это, конечно же, сияние. И на странице 53 нас ждет вот такая чудесная коробочка, и в ней мы найдем волшебные шарики. Это пудра в шариках, которая придает сияние и делает легкую коррекцию кожи. Вот в такой классной баночке, крышечка просто откручивается, она без зеркала, специальная пуховочка держит наши шарики, чтобы они не рассыпались. Но использовать я рекомендую кисть. И мы набираем вот эти разные оттенки, они такие красивые, просто кистью я набираю, вот так вот набираю, потом аккуратненько вот так встряхиваю, да, или вот так, чтобы пудра распределилась по всей кисточке, и легким движением наношу просто на лицо. Возьму зеркало и еще немножечко набираю. Кстати, эти шарики, они просто чудесные, и наношу на всю кожу. С одной стороны, кажется, что они не так заметны, не так яркие, и в этом их прелесть, а с другой стороны, кожа получается очень-очень ровненькой и привлекательной. Вот, теперь мой макияж завершен, и можно отправляться, да хоть на свидание с любимым. Я вам желаю красоты, нежных весенних и летних макияжей. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!